если сравнить с корейской, они практически одинаковые. Один возьмет. Разведутся дальше. Я всегда захожу в те цвета, которые просто 100% мало. Жуки. Бальчика. Обожаю такие блузки. Тоже будет очень красиво смотреться. Брюками. Зеленые. Смотри. Смотри, какая прелесть. Кажется, замечательная юбка. Вискоза. Такая коротенькая. Замечательная вещь. Это платье. Это такое платье. Но только единственное, что черный цвет. Там 145, это 191 ткань, к сожалению, ничего. Очень красиво. О, боже мой, посмотри, это шорты. Это шорты. Смотрите, какая толстость. 46 размер. Короче, я вот эти шорты тоже помню. Я обожаю такие вещи. Все, короче, беру, это прям мои цвета. Прям мой стиль. Прям вот все мне нравится. Брюки приятные, очень-очень приятные. Такие вот детали есть, которые мне очень нравятся. Вот, сели они тоже хорошо. Брюки здесь еще тоже такая деталь есть. Хорошо, но я не влезла, 46 размер, это на мне 48, то есть грудин надо брать размер больше. Вот. И все остальное, вот, посмотрите, прям вот то, что мне нравится. Обожаю такой легкий верх, обожаю вот эти брюки, очень-очень классные брюки. Я бы их с удовольствием купила, вот так вот такой образ, монохромный, панчелесы, какие-то лоферы. Очень хорошо, сейчас еще надену пальто, карамельное. Я очень люблю карамельное пальто. Мне кажется, оно не длинное, слишком длинное. Мне вообще что-то больше тянет, я буду все пяси. Приятно. Мне кажется, рост не хватает. Хорошо.
Вот ты поедешь в маленьком, совсем нет желания. Ну, надо что-то. Минус шопинга в том, что я потеряла свою одну сережку, моносерьгу. Вот такую. Ну ладно, будем что-то искать. Значит, если бы я что-то брала из Бурвина, то обязательно бы взяла вот эти шорты, вот эти брюки, вот эту обязательно блузу, она под все, и вот это пальто. Мне еще нравится вот эта зеленая вещь. Она приятная, она довольно-таки здорово сидит в таком цвете, который мне подходит. Но вот это вот прям все мои цвета. Вот однозначно я бы все вот это вот забрала. Вот кроме вот этого жакета. Жакет как-то меня не впечатлил. А вот это вот все я обязательно бы забрала. Ну все, пойдем, может, еще в Горецкую зайдем, найдем мою серьгу. Пока. Вот этот вот магазинчик Бурвин находится в Дионисе. Обожаю их коллекцию, обожаю этот бренд. Ну все, пойдем искать мою серьгу.